Накануне русская церковь чтила память махрического чудотворца, святителя Варлаама, епископа Суздальского и Тарусского. В этот день святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Стефано-Махрический Ставропигиальный женский монастырь во Владимирской области, отмечающий 660-летие со дня его основания. У святых врат святой обители, основанной в 1353 году преподобным Стефаном Махрическим, святейшего патриарха Кирилла встречали игуменья Елизавета Ожигалова, насельница и воспитанница монастырского приюта для девочек. По прибытии его святейшество совершил чин великого освящения предела преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны в храме во имя преподобного Стефана. Затем состоялся крестный ход в храм Живоначальной Троицы, где покоятся мощи святителя Варлаама. В Троицком соборе святой обители святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. На богослужении вместе с предстоятелем Русской Церкви и игуменьей монастыря молились настоятельницы Зачатьевской обители столицы, Покровского, Ходькова и Борисоглебского Аносина монастырей Московской области, Покровской Свято-Введенской островной пустыни Владимирской области, Богородицы Табынского монастыря Башкирии, а также благотворители, жители Александровского района Владимирской области и паломники. В дар о совместном богослужении игуменья Елисавета преподнесла патриарху иконы Святой Троицы, написанную сестрами обители. Приняв святой образ, святейший патриарх Кирилл обратился к собравшимся с первосвятительским словом. Трудно себе представить подвиг матушки Елизаветы, подвиг сестер, которые здесь, в глубинке, подняли на себя огромный труд превратить вот это запущенное, полуразрушенное место в один из самых цветущих монастырей Русской Православной Церкви. Несомненно, во всем этом присутствовала обильная Божья помощь. Представитель Русской Церкви передал в дар обители список Иверской иконы Божьей Матери, привезенной с Афона, и благословил осветить один из пределов Троицкого храма Махрического монастыря в честь этого святого образа. Отметив труды игумени Елисаветы по возрождению монастыря и в связи с ее 55-летием со дня рождения, патриарх Кирилл вручил настоятельнице святой обители орден святой преподобной Ефросинии, великой княгини Московской третьей степени. Патриаршими грамотами были отмечены и благотворители монастыря. Затем предстоятель совершил славление у честных мощей святителя Варлаама, махрического чудотворца.